Раз-раз. Проверка звука. Вроде тут есть звук идет. Тут и у нас что? Тут тоже все в порядке. Ну что, всем привет. Собственно, решил попробовать вот в таком формате сегодня пописать лайв. И, может быть, кому-то будет интересно, я сам иногда смотрю, поэтому решил вот так вот поработать, попробовать, по крайней мере. Так, ну что, для начала, у меня все скоммутировано следующим образом. Электроны подключены в MPC по USB, также и MIDI клава вот это, сюда. И я чисто для удобства создаю здесь MIDI трек. То есть вот, значит, я выбираю input от all ports. Сигнал я буду посылать на дигитон. Так, отлично. Выберем 10-й канал для лайв прослушки. Отлично. Так, что у нас тут? Давайте переключим камеру, может быть, на электрон. Вот так вот. На дигитон, то есть. Так, давайте начнем вот с такого чего-нибудь. Сейчас над звуком поработаем немного. Настроим компрессор в Digitech. Ставим так, наверное. Так, что у нас с BPM? Так. Окей, я еще не настроил MIDI. Раутинг. Сейчас настроим MIDI конфиг. Идем, значит, в... Sync и делаем clock send и transport send, а тут настраиваем на receive то же самое. MIDI config sync. Ага, ну тут оно по умолчанию и так стоит на receive. Сейчас я тут проверю только. MIDI config sync receive. Отлично. Соответственно, теперь если я тут жму play, у меня все девайсы начинают играть, включая PC. Да, вот он загорается. Отлично. Так, поехали. Что у нас с BPM? Так, выберем BPM. Немного свинга добавим, 56 где-то. Начнем так. Давайте 113 поставим. Поехали в дигитон, то есть, что у нас тут? Пинг-понг, так называемый, да, чтобы оно прыгало справа влево. И я люблю выкручивать уиз до конца. Максимальный эффект получать. Можно также чуть-чуть добавить реверы, делаю. Так. Ну, что у нас здесь стоит? High-pass фильтр.
попробовать поменять алгоритм. Да вот что-то 7-й пока что. Вроде как оптимально. Ага, тут LFO пустые в этом пресете. Давайте поиграемся с LFO чуть-чуть. Второй LFO я хочу на фильтр поставить, чуть, чтобы он frequency крутил, но очень медленно. Давайте найдем здесь фильтр. Отлично. Поставим медленно и просинхрон немножко. Добавим еще какой-нибудь звук. Бас.
подровняем его чуть-чуть. Немножко кривовато сыграл. Нормально. Поставим на него LFO, чтобы фильтр гулял, и рандомально он будет срабатывать на frequency, частоту. Отлично. Что, можно на синтакт перейти, я думаю. Так. Кика, это сейчас будет. Сейчас я экспериментирую с раутингом всем этим аудио, и на данный момент у меня все электроны подключены к синтакту последовательно, да, цепочкой, и из-за его сайдчейна, да, то есть мне удобно, я хочу использовать его сайдчейн, ну, то есть я хочу попробовать так поработать. Сейчас я продемонстрирую, что я имею в виду, то есть вот сайдчейн канал. Сейчас поставим на external input, ну то есть на input включим эффект sidechain. Теперь, то есть, пропишем его вместе с киком, то есть паттерн sidechain будет такой же самый, как и у кика. Таким образом я смогу настроить sidechain. Так, сейчас посмотрим. Собственно. То есть мы через секцию amp fx в синтакте делаем sidechain. Атакой мы регулируем его атаку, то есть, соответственно, да, то, что, а холдом его длительность и декеем его релиз на sidechain. То есть довольно стандартные такие настройки получаются, и удобно. То есть сейчас у меня все, что во вход сюда идет, идет сайдчейн через FX. Немножко его приберем. Так, а теперь можно вернуться над киком, чуть-чуть поработать. Мне не нравится, он какой-то грубый. Панча у него как-то.
так вот, тональность вроде. В итоге получается по нулям. Я забрал его, да, овердрайвом, чтобы услышать ноту. Теперь возвращаю обратно. Срабатывание, чтобы на нем был дилей. Ага. И даже можно овердрайвать чуть ему, чтобы поярче он был. Что у нас тут с фильтром? Увеличил с фильтром. Слишком зажал его.
Да, уберу-ка я овердрайв вообще от него. Так, поехали дальше. Давайте посмотрим, что Digitact предложит нам сегодня. Давайте. Ну, давайте выберем сэмпл какой-нибудь. Что у нас есть? Да, вот все никак не успеваю загнать сэмплов новых на Digitact. Я его как купил, что-то на него записал, так оно там и есть. Какой-нибудь, я знаю, что у меня по рекорду это что-то было вроде. Операция совпала с нашим собственным расследованием по внедрению в такие вебкам-студии. Понятно. Вдохнуть, выдохнуть, еще раз выдохнуть. Опа, ништяк. Вдохнуть, выдохнуть. Заебись. Так. Вдохнуть, выдохнуть, еще раз. Давайте дадим ему место. Вдохнуть, еще раз. Ага, и теперь надо увеличить ленс его до 64. Вдохнуть, еще раз выдохнуть. Расслабиться ментально, физически и таким образом можно. Копирую этот трек. Так, как там это делается, что я помнил? Так, по-моему. Function. Нет. Вдохнуть, выдохнуть, еще раз. Расслабиться ментально, физически. Да, не надо. Я просто выберу еще. Вдохнуть. Я хочу немножко поиздеваться над сэмплом, над этим, не сбивая тот трек, который он так ровно попал, что вдохнуть, выдохнуть. Так, сейчас. Тут сделаем вот так вот. Попробуем поиграться с новыми машинами в Digitact. Вдохнуть, 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 вдохнуть
слайсы. Вдохнуть. Поставим на 16, например, да? Вдохнуть. И мы, например, можем сейчас натравить LFO на слайс, на номер слайса, да? Где это у нас получается? Слайс селект. Вдохнуть. И что получается? Он, получается, гуляет по... Вдохнуть. Давайте зареверсим его. Ну, интересно, кстати. Сейчас задействуем второй LFO тоже. Так. Вот. И отрежем чуть-чуть низкие частоты этого всего дела, чтобы оно тут не клипило. И сделаем ему немножко коэффициент срабатывания, как он тут называется, probability чуть уменьшим, чтобы он не так часто срабатывал. А можно вообще поставить probability где-то процентов на 40 и забить весь паттерн, то есть все триги. Или даже на 30, на 20. И он будет срабатывать с 20% вероятностью по всему паттерну. Еще я бы уменьшил хвост у этого всего дела, чтобы он был очень коротким, этот звук. Вот так. Ага, я то есть понимаю, что происходит. Хотя не совсем. Почему ничего не слышно? Ага. Все, я понял. Сейчас я увеличу чуть-чуть probability и будет. Ну вот. В этом как бы прелесть дигитакта. До неузнаваемости просто что попало творит. А вот наш оригинальный тот. Вдохнуть, выдохнуть. Еще раз. Ослабиться ментально, физически и таким образом уже быть готовым выдохнуть.
А, я про NPC забыл вообще. Это вообще история. Я купил этот NPC и что-то вот... Ну, ладно. Давайте посмотрим, что он нам может сегодня предложить. Давайте пойдем, наверное. Так. Стоп, не так. Я сейчас пойду по директории. Возьмем какой-нибудь луп, нарежем его, запустим. Потом, я не знаю. Dark мелодия техно. Окей. Арпеджиатор какие-то. Ну, предположим, не знаю, что это получится. Ага. То есть давайте сделаем из этого драм трек. Да. Говорить. Терминах MPC. Так. И присвоим этот звук. Sample sign. Вот он. Отлично. Теперь же надо же его... Ага. В каком он был оригинальном BPM? 122, а у нас 113. Ну, NPC позволяет всем справиться. Так, 122. А, он знает, что он 122. Значит, нам надо только варп включить и... Всё. Давайте попробуем. Сейчас пропишем его. Ну давай сейчас. Новый даб нажму. Так. Так, надо его опустить чуть. Ну вот, домино. Давайте на него какой-нибудь повесим. А, может я его... О, это поинтереснее, кстати. Я реверс включил на него. Так, сейчас сделаем... Хочу повесить на него. Эффект. Так, возьмем. Давайте-ка фильтр возьмем. Air Music Technology. Air фильтр. А давай лучше хай-пас возьму. Ch 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 ch
только дела я сюда повешу тоже. Дилей. Нет, не дилей. Я лучше ревер повешу. Так, а вместо вот этого фильтра я лучше эквалайзер. Стерео бы сделал. Тут есть вообще что-нибудь в этом плане? Так, модуляция, вот. Modulation. Ага, хорус. А ну-ка. Без хоруса, а вот с хорусом. Ну какие пресеты есть у него? А ну-ка, фленджер, сейчас посмотрим. Не-не. Короче, хорус вот как есть. Там initial preset. Так, что там с нашим вдохом-выдохом? Я думаю, может арпеджио добавить какой-нибудь на гитоне. Так, давайте арпеджио какой-нибудь. У нас как раз свободный канал на гитоне еще есть. Так. We'll be right back.
Хотел арпеджио, но что-то я услышал. Что у нас тут до? Давайте-ка поставим скейл удобный. Вот, Дориан. Thank you.
Хорус есть. И то не. Не, хорус не надо. Чуть потише, да? Пищалку это новую. Так. Я проверил, просто мне показалось, что MPC не пишет. Параллельно на Cubase это все записывает сейчас по канально. Потому что через OBS я что-то звук мне не нравится записывать. Иначе бы я стримил сразу же оттуда. Ну вот так вот. То есть я камеры все собираю в OBS, а звук отдельно пишу в тот же момент Cubase. По канально. Но сам OBS, кстати, если уже я о нем заговорил, мне, кстати, очень нравится. Стабильно работает программа. Сколько? Это все телефоны сейчас снимают. И телефоны сами, и OBS, все уже сколько. Я уже час где-то, да? 55 минут. Так, кстати, надо закругляться. Сейчас еще раз вздох-выдох. Вдохнуть, еще раз. Расслабиться ментально, физически. И таким образом уже быть готовым для того, чтобы... Клэп добавил. Давайте-ка опустим его чуть-чуть. Вот сейчас он, по-моему, в ноту. Может... Приглушить чуть-чуть клэп, а то он как-то слишком... Давайте его отодвинем влево.
Расслабиться ментально, физически и таким образом уже быть готовым к тому, чтобы перейти к занятиям.